Поехали чистить до ребра. Пока время есть. Трэш сюда подводите. Не дамажьте сразу, дайте время. А что у нас крикера нет сегодня? Он переименовался, он кружок. А, это не крикер. Роги, чё вперед не бежите, обезвреживать? Топа, халява, как дела у вас? Чё за Бурджином? Чё он так афкаша долго? Зубраджин, ты тут, в Дисе? Слышно, прием? Есть кто-то живой? Я здесь. Да, здесь. Чё все молчат, я не понимаю. Дамажит. Слушаем. Ну, так, это, конечно, круто. Что-то я вот Зубраджина спрашиваю, то ли в Дисе. Да нет, он в чате тебе пишет, в рейдовом. Я вижу, он написал сум. Это, конечно, круто, но у нас бой, Зубраджина, если слышишь. Прием. У нас бой. Мы до ребра трэш чистим. Ты долететь можешь с Долорана? Кстати, этот... Ладно, пофиг. Под морду не заходите большому скелету. Вы чё, ребята? В первую очередь пауков бьем. Там танку предлагает танка спекнуться на первом боссе. Ну или ты, или рарник, без разницы. Ну, мне без разницы. Вы как хотите между собой. Ну, нужен будет танк. На этом, на ребре, короче, и давай на леди тоже. На два босса. А там дальше в ДД. Так, до ребута 11 минут. Наверное, я вот убьем, но вряд ли мы бот убьем. Да, я думаю, не будем рисковать ребро бить, а то вдруг еще лут будет исчезать. До босса дойдем, и перекур большой будет. Потом перекур будет только, наверное, один раз. После ребута еще трэш резнется. Не, вряд ли. Ну, я думаю, второй рейд хороший будет. Ну, надеюсь, не как на прошлом КД. Надо, чтобы, Нурик, ты зашел обязательно хапалом, потому что те хапалы, которые там были, я их запомнил. Ну, это не хапалы. Ну, кроме этого, кто там был? Ваня. У него еще более-менее, он хоть играет, хоть в лужах не стоит. А остальные два, они пиздец. Моцарт слабый шаман, ему надо что-то, ну... что-то делать. Там шмота не хватает, чисто на гир взялась. Это обезвредили роги? Ну-ка посмотри. Это отойди назад, вон я слева вижу ловушку. Ну ёбаный рот. Он рога взорвал. Вторую обезвредьте, кто там? Ну короче, после этого как убьем, есть она вообще? Вторая ловушка там? Ну вот, понятно, блядь.
Давайте. Не, это я сагрил специально. Напуливаем. Вторую ловушку я обезвредил. Чё за хуйня? Из-под скелета уйдите. Притяжка КД. Ага. Уходит, но куда деваться? Кто уходит? Еще раз, кто? Мана. Ну ладно, не важно. Мне послышалось, мама уходит, куда уходит, не пойму. Так это одно и то же. Это, и самое главное, вот сейчас вы все в рейде, надо убедиться, что вы завтра будете. Вот. Ладно, там одного человека не будет. Там есть кого взять в РС-ку. Чтобы вы были завтра. Если у кого-то проблемы, прям работа или еще что-то, заранее говорите, пока КД не повешали. Такое же время? Да, да, 16:45 также. Кто там? Да не стучи нахуй, кто там стучит? Халява. Халява, блядь. У меня на кнопке. Все. Как я могу стучать? Ну а кто? Блядь, ты стучишь. По кнопке стучу, заебал. Давай, поставь активирование кнопкой. Все поставьте активирование. Так у меня на кнопке стоит. Сука, а кто тогда стучит? Я, что ли? Женя, ты сильно не можешь сделать? Ага. Видите, мы не можем. Могу. Уже. Че, 7 минут. Ну там, вот эти 7 минут, в принципе, убедитесь, что у вас там фласки есть, припоты, рыба, вся вот эта хуйня, масло там. И все, если у вас все есть, идите курите. Перекуриваем, после ребута начинаем толкать. У кого еще нет, кните меня. Перебивая. Ты сам сейчас человека перебивал только что, алло. Ты алло, как нет, бы сейчас только что сейчас перебил. С тобой алло, я говорил. Да это я перебивал. Это я перебивал. Ну, Войда, наверное. Ты просто пытаешься высказать на весь Дискорд свое мнение и все. Да ну, все, не, ну понятно. Не, не, все понятно. Это, Килая, что у тебя в Дискорде с правами? Дискорд чей вообще? Заходите в игру, Ветропряд, кстати. Ветропряд создавал. Кто создавал Ретропал? Ветропряд. А с правами админа я имею в виду что? А у Ветропряда у меня часть прав. Какое-то звание можешь дать там? В Дискорде. А, ты давала уже. Чуть не смотрел. Это, заходите, там 3 человека только осталось. Короче, смотрите, все разговоры вне РТ. Потому что сейчас, если мы будем заниматься этой парашей, мы просто увязнем в разговорах вместо нормального. Вы можете взять Ваню и ВБ в ДЦшку или Иронию спокойно. Мне не критично, в какой рейд идти. Нет, идите. Ну вот, ну... Ваня, ну я не знаю, нормальный ты человек или нет. Дайте ты, вам. Ты сказал хуй с нами, это не очень отношение. Короче, ладно, я это запомнил. Заходите в игру. Одна удочка. Осталось Килая и Керус. Я прогружаюсь. Слэйр. Сейчас зайду. Дашкет, пока не надо. Тут рыба, кстати, стоит, когда зайдете, сразу ешьте. Если кому-то надо, пожалуйста, я всегда могу уступить на место, если кому-то это критично. Да, в другой раз уже. Если прям шмот не надо, то можно кого-то поменять. Рарник, опять тоже. Не забудь неистовство отключить. Да, кстати. Там же танку спекнулся. Остался Слэйр. Слэйр, ты где? Захожу. 25 минут уже. И вот ненавижу, когда ребут РТ проебывается. Читайте, полчаса проебали. Ставьте шкаф. Ставьте шкаф сразу, Локи. Суманем. Устала, хурюк, вы в Дисе? Так, сум.
Огурчики возьмите, пока стоят. Ага, хорошо. Так, а маги у нас стол могут поставить кто-нибудь? Эти маги столик там, пускай хилы возьмут, наберут еды. Сейчас Хурюк присумонится и будем начинать. Так, все тут, давайте фулл баф. Может, каких бафов нету. Пристабаф, лапку, все это обновляем. Имя-имя вылетел. Имя-имя, это же Дестрик или Африк? Зайдет он? Да. А, релогался? Да, заснул он, стоит. Все, даю проверку. Дестрик. Секундочку, фласки масла. Фласки, да-да-да, фласки пьем, что-то я тоже забыл. У меня аддон там можно старый. Можно я проверю, у меня аддон да-да, логичнее, вот. Я сама проверку запущу. Да-да, запусти. Он просто у меня не триггерится на другие проверки настроены. Угу, угу. Ну нажимай, у тебя ассист есть. Да-да, сейчас я это сама выпью, намажу. Угу. Вадикон, я устала, поесть, рыба еще стоит. Не, мы уже пропала. Затыкали рыбу, что ли? Да, наверное. Сейчас поставлю. Я не... поставлю, не парься. Не затыкивайте рыбу, ребята, по много раз. Бадикон, я устала. Справа от рейда рыбка. Шкет, масло дать? Ну, а танкам не надо масла так. На ХП нету масла. По танкам я вижу, да. Войт, рогом свечится в эти. Да, конечно, и череду не нажимайте. Последняя не, проверка. Ну, вдвоем мультики. Ну, автоатакой хотя бы. Да не, не свечься, посмотрим, если... Ну, блядь, как будет убиваться. Насчет 2 пьете припоты, насчет 3 запускаем. Раз, два, три. Поехали, танки. Давайте, Геру. Шипы старайтесь быстрее убить, потому что если на них хилы, они могут танков проебать. На первый вихрь я дам мне зыбку. Танки по звездочке ориентируйтесь, там когда вихрь закончится, звездочку сбегайтесь. Керус, ресни Вадикона, вставайте за спину. Сразу фулл баф по нему, каску, лапу, пристабаф. Пристабаф дала. Давай этот, короче, да, мордонец, в лужах не стойте, самое главное. Так, с меня звездочка спала, сейчас поставлю.
Все, босс идет, идите за спину, отходите отсюда. Хилы, шаманы, отходите. Встаем. Так, даю незыбку. Танки звездочку. Нет. Кто-то в него уже дал, по-моему. Не-не, никто не давал. Я отменил последний. А, все, окей. Ну что там, 5 лямов осталось, зачем? Стрим врубите? А я вроде врубал. Че, вырубилось? А, сейчас. Сочные килая тут остаются. Остальные туда. Этот, танку в танке на леди остаешься. Там сразу трэш начинайте бить. Не стойте. И инра закиньте. Инра не в КД. Закиньте по холипалу инра. По эйкону. Изображено дайте. По возможности. Кольцо. Меткость крит СПД. Еще кольцо, меткость, скорость, ловкость. Ой, не тот макрос. И параша беспонтовая. Ну, на распыл там, может, надо вам. Ладно, сам распылю. Вот, спекни кого-нибудь в демона. А чё, демон же притон. Они сами не могут демон придумать. Притон в демона. Ну я так понял, они там тестят Африка. Давайте не в ЦЛК 25 тестить. Кстати, Африк вообще шикарный. Ну а кто из вас в демоне лучше сыграет? Определитесь. Или притон в демона. Между собой порешайте. Сейчас трэш убьем, чтобы спекнулись. Ладно, тогда имя имен в демона. Раз у тебя СПД меньше. Видите, трэш. РДД, я тут помощника сагрил. Можете свичнуться, там пускай билики побьют. Слева помощник РДД бейте. Значит, пока мы бьем. Танку, значит, слева со мной. Справа будет. Хотя подожди, как мы в прошлый раз были? Ну, танку... Получается, мы с тобой какую-то сторону танчили, вроде бы. Да, 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 вот так. Да, 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 вот так и будем. Ты, короче, слева со мной будешь, морданец. Твой с лестницы и крайний. А танку будешь справа чисто. Так, с теперь. Какой стороны право смотришь? Как вот на леди смотришь, слева-право. Вот слева еще проще сделаем, чтобы не путать людей. Где звездочка 2ДК танчит. Где кружок протопал танчит. Где звездочка, ты грипаешь морданец с лестницы гуся этого. Маба. Не там.
Эрдзео, вон, убейте помощника. Который, где кружок. Подводи к кружку этого паука. Первую незыбку я дам. А уешим. Хилы давайте потеем. Первого паука добиваем быстрее. Давай этот мордонец вторую незыбку. А все уже так захилит. Один паук остался. Сразу маговскую еду сейчас готовьтесь хавать. Ну контроля также в одикон хейки. Человека в вихрь. Из лужи выбегаем быстро, это самое главное, чтобы не лайпнуться. Так, ешьте ману. Сейчас секунд 10-15. И дам чек. Нет, дай квест. На чумку квест. Рибафы там кто падал? Шкет ты где? А не починение получается с десятки на лиде, а тут на 25-ку на чумку? Да. Интури баф. Давайте быстрее бафы. Так, хилы отпивайтесь. Нурик, отпивайся. Я не вижу столика. Маги, дайте еще раз столик. Все наберите, кто с маной, наберите еду по 100 штук. Ну бафы не хватает одному какого-то на руги. Теперь хватает. Значит, первая и третья группа бьете слева, трэш, где звездочка. Вторая и четвертая бьете справа, где рарник танчит. Проверкой будем начинать. Тут припоты не надо, просто пулять будем, когда все готовы. Не рарник, а танку же. Танку, да, перепутал. Да-да-да. Ирония. Ирония. Ирония нету. Все, ирония здесь. Ты не забывай, вот этот моб-фанатик, он тоже твой морданец. Ты в него ЛП-шку не забывай кидать. Вот. Трэш справа никто не бьет. Милики, пошли туда, с вторая пати. Святос, топа сюда, направо. Все милики сюда. Приверженцев физухой снимаем им щит. Святос, пельмеш, топа, теперь в кружке играете, чтобы этих не было больше. Туда добавляем дамага. Если там быстрее убьете, то помогайте звезде, выходим с лужи. Сильно не толпитесь, там по 5 человек, там по 2 человека еще ладно. Немножко разряженно стойте, чтобы лужа вас не шотнула, чтобы все успели выбежать с нее. Ты вот тут когда стоишь, морданец, вот так, этот моб появился, дал ЛПшку в него, и потом уже грипаешь с лестницы. Вот, ага. Законтрольте меня. Я на того отвлекся, просто он тот был кастер. Ага, да ничего. Ему сало надо было сначала кинуть, потом еще гриб. Давайте трэш. Быстрее, быстрее, активнее трэш. Помогаем РДДшники. Два фанатика стоит. Угу. Все, босса спокойно бьем. Контроль, сейчас готовьтесь. Не убейте своих. Продлите кто-нибудь. Сейчас на трэш не спешите бежать, пока мы агро наберем. Подбейте немножко босса. Все, идите трэш. Быстрее, быстрее, трэш. В звездочке физухой помогите.
Давайте Геру. Переводим босса. 5 лямов. Давай, ты первый. На пулы оставьте, в КД не вешайте. На пулы на Войда первые сдадите. 2 на пула. Давайте сильнее бьем, лям. Надеюсь, не выйдет трэш. Хуярим. Все, поехали. Служи, выходим в центр подду. Рассасывайтесь вокруг босса. Так, давай. Ну сейчас контроль. От духов просто отбегайте. Не ловите духов. Здесь в обычке они бьют по одному человеку, в Гере будет вокруг бить по всем. Готовимся, лужа скоро там будет. Выбегаем, вот, отлично. Сейчас пятый стак повешать, себе заберешь. Следующие на пулы. Вот, в мордонце давайте. Дал не зыбку. Ой, надо сейчас не забыть поставить лут. Потому что какие боешки проебали в трэше. Шкет, это что тебя убило? Не зауешьте, отводи босса. Так, давай заберу. Немножко отведем от него. Выходим. Так, что у нас там? Керус, давай по сочному, сочный по шкету. Сразу щиток к нему. Ну, сейчас стрелы моментальные будут. И нырок себе заливаешь, шаман тотем ставьте. Оба ставьте тотем. Я вижу два в КД. Тогда это, усталая, прочитай гимн ману. Контроль дайте. Все, вихрь там есть, отведи от нее босса. Все просто добиваем. Так, сразу быстренько. Вот эта параша бесполезная. Не знаю, это ПВП или что это. Ну просто киньте ролл. Надо вам, нет? Не знаю, кому-нибудь отдам. Не отдам. Так, ну там спросите. Это бесполезная параша, короче. Кольцо тоже бесполезное, дух крит. Если у кого-то 200-е кольца можно. Осколки не падают, да? Нет. Если квеста нет, ни у кого не падает. У меня есть. У кого? У Рарик. Квест на осколки у тебя есть? Да. А, упал осколок? Не было. А, ну скажешь, как будет. Так. Короче, бьем. Да. Бьем. Килла я закинул. Бьем. Вот этот пачка, где стандарты, вот это все стоит. Верим. Я в пуху, ИВБ. Давай посмотрим, кто в пуху пойдет. ИВБ, ну давай, ИВБ. Этот, Энх, хочешь в пушку? Пельмеш. Так, ИВБ, пельмеш. Ну давай танку. И четвертый человек, первый плюсик в рейд, кто поставит. Вот, Slayer Mag пойдет. Вы главное ретроки не забывайте, пушки забафнуть на кулак. Самонёшь? Да, да, самонём. А уешьте эту парашу. На пушке еще и истерия действует. Сейчас трэш убьем, по правой стеночке сразу бежим на корабль, ранцы все одеваем. И милики, и АДД все одеваем.
Ну, на нашем корабле могут остаться 100% две роги. Ну и Керус может остаться. Хорошо заливать будет трэш. Остальные летайте лучше туда, там быстрее будете. Мага убивать быстрее, убьем босса. По центру не едьте, можете дракона запустить. Вот сюда, ближе к звезде. Берем ранец. Одеваем сразу. Халява, прочитаешь? Где че? Не запускайте, пожалуйста. Поставьте шкаф. Ты едешь уже? А, вон я вижу. Ну подъезжай. Давай, суммон. Тыкайте на шкаф и на суммон сразу. Принимаем готовность. И вот это крайняя левая. Тамко, а тебе нужно? Я тебе спасибо. Зубраджи, ты тут? Зубраджи. Не АФКшьте, ребята. Я проверку даю, чтобы вайпа не было. Чтобы убедиться, что все тут. Будем так АФКшить, не пройдем за 2 часа никогда рейд. Я полетаю туда. Мордонец на нашем корабле. Паладины уже в ретриках, все нормально. Так, смотрим, кто стоит у пушек. Слеер, танку. Я устала, почему-то стоит. И ИВБ. Вот здесь пельмеш должен стоять. Вот, я вижу, все нормально. Это, те, кто в пушке там хочет, типа, не лезьте. Люди, назначенные в пушке, есть. Потому что если пушка забагается, это будет минус пушка на весь бой. Будем дольше бить. Вместо 5 минут мы будем бить 10 минут. А чё, оно еще и богатство умеет? Да. Ну, у нас в вечернем рейде дебилы, блядь, в одну пушку по 10 человек тыкали, и она забагалась. Кстати, двоих... Это даже вдвоем достаточно одновременно нажать. Ну вот. Поэтому не делайте, что попало. Ну, я просто ни разу не видела, не знала. Спасибо за это. 25-ки еще не критично, в десятке вообще беда. Ну, да. Так, хилы, ну я это, на жердочке там, если чё, полипал, шаманы, видите меня? ДСшник, рдру. Я тебя не вижу. Вот здесь, я где вижу. Я стою, можно достать. Я вот отсюда достаю даже. Всё, нашла. Я чуть назад отошел, нормально. Мага, убивайте быстрее. Ну и там еще два, наверное, мага побьём. Что? Синтека нету. Кажется, нам. Что-то на нашем корабле много людей. АФКшит, говоришь? Не АФКшьте. Не АФКшьте. Если на нашем корабле много урона, я говорил, там рога, кот, два роги, кот могут остаться бить трэш, их достаточно будет. Остальные все сюда, на этот корабль. Чем быстрее убьете мага, тем быстрее освободятся пушки и будут убивать корабль. От этого напрямую зависит скорость убийства босса. Вот маг, он уже должен быть убит. Ну и третьего подождем. Просто уничтожайте все вот этих дальних мобов. Этих оружейников, вот этих. Всех этих бичей. Колдунов можете слить. Что-то вы долго по оружейникам играете. Чего вы там в центре стоите? Вот. У них 100 тысяч хп. Вот. Маг вышел, мага. Керас, не винтяничай. Кровотек, давай на мобов. Все, теперь улетайте все. Вроде я не прорвало. Улетайте. Все, я сейчас улечу, если кто остался, то вас убьет. Сейчас скинется стаки и уже до конца будем. Все, можете обратно перелетать на корабль, ждать мага. Через 5 секунд будет.
сочный на сурке в сову пойдешь. Ну так чисто там те хилы справятся. Да я все равно бесполезен, мой друг. На профи, надеюсь, полезен будешь на лане, на синдре. Ты здесь просто очень беспонтовая моя игра. Ну, все равно механика хорошая, хоть ходки даешь. Последний маг. Потом можете тут оставаться, там портанет вас сразу к сурку. Сразу пушки добивать, сколько там, 100 тысяч. Ну, лучше перепрыгнуть, оно иногда косячит. Я не перепрыгиваю, меня всегда туда портуют. Все, добивайте. Хотите перепрыгнуть? Некоторых не портуют, у нас просто умирали люди, и фиг пойми как. Во время подачи, видимо. Все, добивайте. Сейчас посмотрим, что там как с совами, интересно. Два мешка эквирия, смотри. Да, один. Один мешок эквирия. Так, рульте. Килая сочный. Так, сочный, тут 39. Монета. Ну это мусор бесполезный. Надо вообще кому-то. Если, ну, типа на трансмут, там, я не знаю, в РБК танчить. Ну, если кому-то надо, прям. Короче, я распыляю. Топораж ее никто не носит. Народ, если кому что-то надо, вы давайте инфу, пожалуйста. Да, если надо будет, ну, в сумке. Любой чат. Кольцо на хилов хорошее. На РДД не знаю. Не уверен. Украскай на РДД. Так, сочному закидываю. Что-то сочный, по-моему, весь лут сегодня забирает. Проверка на пул на... Ты не накаркай, давай! Все, я замолкаю. Принимайте готовность, запускаю с рука. Вадикон тут? Все тут запускаю. Сила и честь. Торхран, выдвигайтесь. Герои, будьте на чеку. На тебя на пулу нужны или можно на кошку отдать, или на кого-нибудь? Дай с пула один раз. Это. Ну так, в принципе, и без них можно. Да не, пусть на пул, с пула дадут. Один раз на пул, на звездочку с пула даешь, а остальные куда хотите. А потом? Потом куда хотите, да. Хоть куда, хоть на хила, хоть куда. Ну, на хила не надо, блядь. ДПС апать пацанам. ЧВБ, можно попросить тебя чуть-чуть сдвинуться? Смотрите, спасибо. Там сразу встаньте, хорошо, чтобы рейндж был. Если что, тут какому-то РДДшнику может удобно быть в воротах вот здесь сзади танков стоять. Если вам там места нету прям. Восемь секунд, готовимся. 5, 4, 3, 2, 1. Угадь. Геро. Это Макс написал. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет.
Че, Ваня не пошел в рейд? Там есть милости? Войско дам. Не зыбку дал. Угу. Метки не уроните, хилы давайте посильнее по меткам. Холипал, давай массакру. На тебя кинул руну или нет? Да, да, висит на мне. Дал не зыбку. Минус 15 тысяч сочного, это получается 275 тысяч ДПС будет. Мало ДПС. Покоритель. Открывайте портал там пока. Подбегайте к Пуджу и там шкаф ставьте, самонете. Топыч, а тебя не нерфили случайно? Завоеватель. И сумоньте сразу Войда. Войд, ты ошибся. Что? Он же больше кинул, кекс. А, да? Он ну... 93 кинул. А, ну, ну перекинь, что это. На вторую кидай кекс там, на завоевателя. Не-не, вторая не нужна. Угу. Так, наручи. Квест не забудьте взять, наручи рольте. Меня на 10% точно порезали. Грустно это. А можете скинуть этот скрин именно details ДПС? В гильчат куда-то. Суманите. Если здесь ставишь. Портинуть. Ой, да не тут. Там дальше. Тут-то портал рядом. Пошли, что вы стали здесь? Вон там. Сразу надо. Всех. Сразу всех пуляем. Да, да. Как бы вам, конечно, на профи хватило ДПСа. Прожимайся там. Сейчас тебя захуярят. Хилы-то, видишь, не тут. Они там постояли, возле входа. Сам виноват. Не стойте, вы пошли после сурка, не надо там стоять возле моста. На меня кинули диван, если что, там мост срез. Бегите дальше там, к трэшу сразу, подбегайте к чумке.
Ну, у нас тут бой висит, не портует. Ну, я протонулся. Даже с наполом шотает. Побег. Из Шоушенка. Че, на верхний ярус не пускает, да? Сейчас трэш убьет. Кто-то Вальку притащил. Бейте Вальку. Группу поставил? А я забываю постоянно. Кого бой выйдет, вы забить. Сдохнет она, нет? Чё она так долго? О. Устала ресните. Не стойте там, бегите быстрее сюда к чумке. Чё вы там стоите?